Всем привет! У меня в руках вот такая интересная штука. Это штука для собак. Она называется Anti-Lie. Работает она следующим образом. Здесь регулятор есть небольшой, такой примитивный. Плюс-минус. Вот, видно. Плюс. 7 раз плюс. 7 положений. Минус. Значит, работает она так. Допустим, я лаю. Не работает. Второй уровень. Третий уровень. Он более такой, так сказать, с вибрацией еще плюс. Четвертый. Вот он пищит. И вибрирует. И самый последний, самый жесткий, седьмой. Тут достаточно немножко гавкнуть. И он сразу же срабатывает на сигнал и на вибрацию. Вот тут такие два датчика. Они находятся на шее у собаки. И, в общем-то, все так и выглядит. Этот датчик вибрирует, собака дергается и больше не лает. Два варианта. Либо она лает еще громче, либо она не лает, потому что это ее нервирует из-за вибрации. 7 уровней. Вот такая интересная штукенция. Вот.